Более 180 новых автомобилей пополнили автопарк Госавтоинспекции Дагестана. Патрульные машины УАЗ «Патриот» и Hyundai Solaris поступили в распоряжение ведомства. Торжественная церемония вручения ключей от новых машин сотрудникам полиции прошла на центральной площади Махачкалы. Автомобили приобрели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Они оснащены всем необходимым для несения службы оборудованием. Прямо с площади полицейские на новых служебных машинах выехали на свои участки работы.